Очередной форум «Управдом» собрал представителей руководства муниципалитета, сотрудников управляющих компаний, неравнодушных жителей. Вместо официального вступительного слова – музыкальный номер. Несмотря на громкое название, форум, по сути, управдом – это беседа, в которой может принять участие любой желающий и вынести для себя немаловажного. Члены Ленинской ассоциации, председатели советов многоквартирных домов, под эгидой которых проводится форум, являются лекторами на обучающих семинарах про ЖКХ, проводимых Министерством ЖКХ Подмосковья. У нас ассоциация существует уже 4 года, и за это время помогли не меньше, чем нескольким тысячам человек, то есть не только по Ленинскому городскому округу, но и в других, по всей Московской области мы ездим и с лекциями, устраиваем круглые столы, проводим конфликтные комиссии с участием администрации, управляющих компаний, коммунальных служб и активных жителей. Заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков с помощью наглядной презентации познакомил жителей с нюансами нового порядка вывоза коммунальных отходов и порядка оплаты этой услуги, после чего ответил на вопросы собравшихся. Решаются проблемы. Буквально, если эта проблема быстро может разрешиться, она бывает на следующий день уже решена. Если это письменное заявление, то есть рассматривается, потом, соответственно, мы получаем ответы на все интересующие нас вопросы. Александр Усков также рассказал о том, что в Ленинском городском округе в тестовом режиме начала работать новая электронная система. Она позволит контролировать работу каждой мусоровывозящей машины, как в плане точности выполнения графика вывоза мусора, так и с точки зрения чистоты мусорной площадки. Водитель обязан подъехать к этой площадке, зафиксировать ее состояние, соответственно, провести операцию по загрузке мусора и сфотографировать еще раз. Кроме того, в автоматическом режиме будет фиксироваться время, когда водитель совершил эту операцию. Соответственно, если график будет нарушен, информация об этом сразу появится у оператора, контролирующего процесс. Он делает выборку и смотрит, из 100 площадок 10 площадок не вывезены. Он немедленно направляет региональному оператору данные по этим 10 площадкам, что они не вывезены. Региональному оператору дается 1 час на обоснование причин и последующие 4 часа на ликвидацию. Более 50 человек собралось в этот вечер в здании Молоковского ДК «Буревестник». Всего же в этих мероприятиях за год приняло участие более 500 человек. И это не предел. Во всех муниципалитетах проходит 1, 2, 3, максимум 4 форума. Да, это управдома, это раз в квартал. У нас уже 5-й. Впереди нас еще ждут 2 форума. Следующий будет в ноябре в военный городок Петровское. И итоговый форум 13 декабря будет во дворце спорта, как обычно. Он будет предновогодний, поэтому 13 декабря тоже всех приглашаю. Форум традиционно проходит в конце рабочего дня в 18 часов, чтобы в его работе могло принять участие как можно больше граждан и узнать немало интересного. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.